Я, короче, снимаю видео про Матрубу Порт. Смотри, вот смотрите. Я купил себе 99-ку. Начинаем играть. Поехали. Первым делом я выхожу из этого местечка, где я сейчас стою. Начинаю ехать. Ой. Но иногда могу не тормозить. Короче, люди иногда могут смотреть с мало процентов. Пожалуйста, подпишись и поставь лайк, я делаю качественное видео. И продолжаем. Первым делом мы поедем до конца. Мы посмотрим. Вот сейчас я где-то нахожусь в этом месте. Ну, где-то я остановился. Ладно. Ладно, без ничего. Поехали. Так, по карте мы должны где-то... Раз. Вот он я, где... Эй. Ладно. Ладно, пока я еду спокойно. Можно посмотреть, как я езжу. Вот. Угоняем. Ой. Так, мне нужно чуть-чуть обогнать. Оп. Моя самая любимая тачка — это 99-ка. Заносит. Так, еще обогнем, либо как я сказал, обгоняем. Так, ой, не нужно, мне без обгона нужно. Так, теперь же можно начать. Ладно, я уже на 100 км в час езжу. Так. Чуть-чуть надо осторожно разбавить скорость. Поехали. Ладно, поедем туда. Я давно не ездил. Особенно. Я еду, короче, в деревню далекую, если что. Скажу. Там самое мое первое видео. Второе видео про мотор ты уже по-другому снимаю. Эта версия называется 1.35. Так, ой, заносит. Так, пропустим караван машин. Так, я очень быстро езжу, надо обгонять иногда. Блин, выносит. Ай, нет.
Мне нужно где-то остановиться. Вот езда оказался опасным. Меня заносит на дороге с большой скоростью. Вот мне нужно подождать, пока заглушу двигатель. Ну, короче, такая моя езда до такой деревни, Ельса. Ну ладно. Поехали. Надо быть осторожным. Так. Надо быть очень осторожным. Так. Хотите еще третью часть? Поставьте лайки и подпишитесь. А мы продолжаем. Так, уступаем место. То есть обгоняем. Вот машина едет. Если что, я не впервые играю. Я уже давно играл. Ну, короче, заносит чуть-чуть. Ух, еле пронесло. Ну, короче, такая езда. Мотор Депоти, если никто не знает эту игру. А в описании-то есть. Ладно, если я плохо вижу, то такая... Потому что я удалил его, разучился играть. Вот. Такие аварии попадаются у меня в игре. Очень быстро езжу. Езда была. Я приехал в деревню у бабушки. Ладно, повернем. Ну ладно, прощаемся. И всем пока.